Сегодня в администрации района под руководством Заура Хамирзова состоялось расширенное планерное совещание с заместителями, начальниками управления и отделов администрации, главами сельских поселений. В очередной раз обсудили насущные вопросы, выделяя наиболее приоритетные из них. Одним из ключевых вопросов повестки дня стала эпидемиологическая ситуация в районе и принимаемые меры по противодействию коронавирусной инфекции. Было отмечено, что обстановка в районе ухудшается, число заболевших растет. В период с 15 по 17 октября, это вот выходные дни, коронавирусной инфекции на территории района заразился 41 человек. Всего в списках больных на сегодня 155 человек. Из этих 155 человек 115 человек находятся на амбулаторном лечении и 40 человек находятся на стационарном лечении. Глава района в очередной раз отметил, что только массовая иммунизация позволит взять под контроль эпидемиологическую ситуацию. На сегодняшний день число привитых достигло 8370 человек. Заур Хамирзов дал поручение активизировать работу по вакцинации, а также организовать постоянный контроль за соблюдением режима самоизоляции лиц, болеющих ковидом. Далее, во второй части совещания были обсуждены вопросы, касающиеся организации формирования боевого резерва армии из числа жителей района, а также проведение всероссийской переписи населения на территории Кашхабльского района.